сегодня, по прогнозам, последний солнечный день бабьего лета. Не вижу массовых гуляний по этому поводу. Зато одиночных хватает. И их хватают. Гражданочка, посторонитесь. Идем по следу женщины, которая агент, хотя скрывалась под личиной певицы. Так Пугачева давно уже не дает концертов и не поет. Ничего, у нас она запоет, как миленькая. Свежая выпечка, разнузданные растягальчики с мобилизацией и полная кулебяка с военным положением. О, это мне не переварить. Тогда закон о пожизненном заключении за госизмену. По вашему рецепту? Нет, моего коллеги. Чайку не хотите? От него же. Луговой сбор со спецтравками. С чабрецом? Чабрец приходит минут через 20. А как насчет ударить по щам? Что за щи? Суточные? Обижаете? 15-суточные. Гозман очень их хвалил. Добавки потребовал. А еще есть избитень. Напиток? Нет, старинная забава. Вон там, видите, киоск на колесах с решеточкой. Скажите, что от меня. Пожалуй, схожу. Отчего же не насладиться последним солнечным днем сентября? Почему с сентября? Это вообще последний солнечный день. Выборы — это трехдневное голосование. А заповедник — многодневное. И не голосование, а лайкование, репостование и на колокольчик нажимание. Но лучше ставить лайки досрочно, минимум за 2 недели до выхода.